В Нарве в Доме культуры «Ругодив» состоялся фестиваль «Открытие сезона Лиги Штурм». Основная задача Лиги Штурм – дать возможность молодежи и Довирума повысить свой уровень игры КВН. Лига Штурм – это учебная лига, как первая лига КВН Эстонии, участие в которой позволит командам региона лучше выступать в городских турнирах, а также претендовать на участие в высшей лиге КВН Эстонии. В этом году мы решили расширить географию нашего турнира, чтобы у ребят из Нарвы была возможность к КВНовскому движению примкнуть и поиграть в официальных лигах КВН Эстонии. С одной стороны, посмотреть, какие есть течения и направления у нас в Эстонии, с другой стороны, побороться с, может быть, более сильными соперниками. Перекрестки столкнулись, Ламборджини и Бугатти. В больницу сердечным приступом был доставлен директор страховой компании. Вчера президент Эстонии посетила с официальным визитом «Умная мысль». Это был первый официальный визит «Умной мысли» за последние 4 года. Поскольку 1 мая выпадает на воскресенье, субботник отменяется. А в Нарве бензином промышляют все. Вот одна бабушка вчера принесла 400 литров зажигалки Зипа. В Лиге Штурм за победу боролись команды из Нарвы, Силамяя, Ихви, Таллина и Марту. Участников оценивала строгое, но справедливое жюри. Все команды стараются, все команды выдают какую-то энергетику, выдают какие-то номера, шутки. И какой-то команда была смешнее, какая-то команда была динамичнее и фееричнее. И вот по этим разным критериям, конечно, в едино что-то свести тяжело, тем более, что, в общем-то, несколько команд были примерно одного уровня и хорошего уровня. Пришла и оторвала голову нам КВНная игра, и нам не до сна. И от Максима сходит с ума КВНная игра, КВНная. Членам жюри нелегко было определить победителя. И все-таки жюри пришло к общему выводу, и обладателем Кубка Нарвы стала команда «Фантастическая четверка» город Марту, действующие чемпионы высшей лиги КВН Эстонии. Мы рады своей победе? Да! Да, мы были действительно смешнее, как решили уважаемые члены жюри. Вот, опытнее, может быть, опыт помог нам, вот, и взятки не давали, к сожалению. Великолепная четверка мне как раз понравилась тем, что у них, от них идет энергетика. То есть у них выступление, ну, я бы назвал вот фееричным, динамичное такое, и веселое. Шутки были хорошие, и подача была, вот, чувствовалось, что они отдают что-то, часть себя в зал. Люкс, бакс, пункт. 206, 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 206